Юдан был сам, Юдан Уважаемые друзья, нет времени ролик снять. У нас вот и указ поменялся, то есть пришел, заменил тот самый легендарный, самый известный указ, который 274 на смену к нему пришел 364 Но сегодня, уважаемые друзья, хочу обратиться ко всем гражданам. Сегодня будем говорить не об указе, сегодня будем говорить как бы о действующем законодательстве Российской Федерации, о миграционном законодательстве. То есть сегодня будем разговаривать об незаконной организации миграции. То есть в Российской Федерации, на территории Российской Федерации, очень участились организации незаконной миграции. Это то есть получается режим пребывания на территории Российской Федерации. В частности, хочу обратиться также граждане, проживающие на территории Алтайского края, города Барнаул и, тех же, и также другие районы. Сейчас на территории Алтайского края, как мной уже было выше сказано, участились организации незаконной миграции, режим пребывания и также по трудовой деятельности. И сегодня хочу обратиться, чтобы не стать следующей жертвой таких, как 18.8 статья, это предусмотрено то есть граждане, которые покупают регистрацию за деньги, это неспроста не так я это говорю. Это на практике многие граждане обращаются, что им позвонили с отдела миграционной службы, э -э говорят, что где зарегистрированы, где прописаны, где проживаете. Они не понимают, они не осознают, что нарушают, они на территории федерации. Законодательство Российской Федерации. То есть иностранные граждане, пребывающие на территории Российской Федерации, должны законно находиться, соблюдать Конституцию Российской Федерации и не нарушать закон Российской Федерации. Объясню почему. А, статья такая нехорошая, это 322-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Ограничение там свободы, лишение свободы, поэтому лучше не быть жертвой и не нарушать закона. То есть сейчас на, Алта, на территории Алтайского края есть много резиновых адресов. Адреса не буду я озвучивать, это как бы персональные данные, поэтому иностранные граждане, которые прибываете, мои вам, то есть мой совет вам, когда прибываете в жилое помещение, нужно вставать на миграционный учет, где фактически будете проживать. То есть не нужно обращаться в офисе, которые находятся, много таких, обращаться и покупать за деньги такие регистрации. В ваших действиях есть состав уголовного преступления также. То есть вы подаете на патент документы, вы подаете на оформление вида на с разрешением на время проживания. В ваших действиях который уже куплен регистрация, который фактически вы не проживаете по данному то есть в данном жилом помещении, да, то есть у вас регистрация грубо говоря на Титова проживаете на Ленина, фактически вы предоставляете ложную информацию себе, это основание для аннулирования РВП вида на жительство, также основание отказа в выдаче патента, то есть вы вам нужно понимать осознавать, что вы нарушаете, рано или поздно также вас привлекут не думайте, что э, вы купили регистрацию, да, там принимающую сторону накажут, могут завести уголовный день, не могут, а заведут уголовное дело, да, у вас будет уголовное дело в отношении принимающей стороны, Предусмотрена статья 322 прием 1, там, по-моему, Уголовного кодекса Российской Федерации, ее привлекут, раз-два привлекут, а потом уже посадят. А в ваших действий также есть, уже как выше мною было сказано, то есть вы подаете документы на оформление иного какого-то статуса, да, это РВП, без гражданства, на вида на жительство, на патент документы подаете, вы предоставляете ложные сведения о себе. То есть, проживаете, то есть в графе адрес проживания пишите один адрес, фактически проживаете по другому адресу. Потом проходят проверки. Объяснение лица, привлекаемое к ответственности. Объяснение принимаешь со стороны, объяснение соседей, это все совокупность доказательства. И на основании этого вам аннулируют решение на время проживания, виды, откажут в выдаче РВП, вида или иного там патента. Да? Поэтому, уважаемые друзья, не нужно нарушать. Сейчас очень много резиновых адресов. Не обращайтесь как бы неизвестным, не знаю конторам юридическим, которые вам могут... Поймите одно, где вы фактически проживаете, там нужно зарегистрироваться, стать на миграционный учет. Если принимающая сторона не соглашается на то, снимайте другую квартиру и объясните принимающей стороне, что это временная регистрация, это миграционный учет, это не постоянная прописка, которой они многие боятся, что это все, если поставили на регистрацию, все, они имеют долю там имущества, претендуют на имущество и тому подобное. Это не так. Это обязанность принимающей стороны при прибытии иностранного гражданина в жилое помещение, принимающая сторона, которая заключает договор, гражданск... Ой, договор найма жилого помещения с иностранным гражданином, обязана в течение 7 рабочих дней поставить на миграционный учет по месту пребывания. Это обязанности принимающей стороны, хозяина квартиры, как еще по-другому сказать. Если вы не будете нарушать вышесказанные мною правовые вот эти нормы, да, закона, вы не будете, не станете жертвой, вот, которые сейчас при... составляют протокола на принимающую сторону, а также на самого гражданина могут, что он предоставил ложные сведения себе, фактически не проживает. Еще раз обращаюсь к вам, уважаемые друзья, поэтому желательно вставать на миграционный учет, где фактически проживаете. Насчет трудовой деятельности, также по патенту иностранных граждан, которые работают, да, там профессия. Желательно работать по профессии. Это тоже статья идет по 18 главе. То есть штраф от 2 до 4 тысяч предусмотрен на это. Аз дослар, аз ватан дошларам из бюгун манозыр типа да эти вот кандык. Бюгун указак да гэпармаймз, указак да ролик tushunaman kech bo'ldi уже hamma bilib ham bo'lgandir просто vaqtim yo'q edi meni bugungi mavzumiz aziz do'stlar hozir juda ko'paygan organizatsiya незаконной migratsiya bu degani endi nima desam o'zbekchasiga uch yuz yigirma ikkinchi modda statya bor jinoyat kodeksi bo'yicha bu kodeks yaxshi kodeks emas bu kodeksga принимающий тона shu sizlarni propiskaga otganlarni posredniklarni ana shu jarimaga tortish mumkin ikkinchi ikki yuz yigirma ikkinchi bu degani лишение свободы ham bor shtrafi katta bo'ladi aziz do'stlar hozir man aytib o'tyotgan praktikamizda bo'layotgan bu ham ko'p bo'lyapti juda ko'p rezinoviy adreslar ko'p moskvalarda ham hamma subyekt hamma rayonda bor bu narsa rossiya fuqarosiga kirib kelganda birinchi o'rinda <laughs> konstitutsiya rossiya fuqarosini соблюдать qilish kerak hamma federal qonunlarni соблюдать qilish kerak Rejim пребывания registratsiya qilgan joyda yashash kerak ko'p hozir <laughs> mana shu videoni ko'rib <laughs> savol beradiki aka said aka bizni yashayotgan joyimizda registratsiyani qo'ymaydi хоzзяин uni omaydi deydi aziz do'stlar shuni tushuntiringlar <laughs> хя Shu sizlarniki sizlarni vazifanglar emas bu sizlar kvartirani snimать qilganingizda bu vazifa принимат хозяин 7 kun ichida ish kuni ichida borib registratsiyaga qo'yish kerak agar shunaqa bo'lmasa pulga sotib olmaylar. hozir juda ko'p ketyapti praktikada hozir jinoyat e, kodeksi bo'yicha ishlarni ochyapti уголовный kodeksi bo'yicha ishlarni ochyapti uch yuz yigirma ikkiga shu jinoyatga tortilyapti o'shanng uchun registratsiya hech qachon посредniкan sotib olmanglar iloji boricha yashayotgan joyinlarga qo'yiglar aziz do'stlar man juda ko'p kirdim ofisga ham juda ko'p iltimos qiladi said aka deydi man bu ish bo'yicha ish olmayman nimaga chunki нарушения bor o'zlari нарушать qilgan последствия borki bu bo'yicha agarda registratsiyani sotib oldinglar ushlagan chog'ida при хо штраf qiladi

ana shularniki основания bor asos bor отkаz qilishga patentni bermaydi berilgan patent anorит qilishga haqqi bor rvp berilmaydi vid na жiельство berilmaydi aziz do'stlar shu uchta dokument grajdanstva ham bor buni ichida agarda shu hujjatlarga topshirgan bo'lsanglar нo no, sizlarni фактический ushlagan bo'lsa усtanovit um, qilingan bo'lsa shu adresga sizlar заявление ariza berganda patentga rvpga vidga sizlar alisher navoiy ko'chasi deb yozilgansizlar no teshkiruv bo'lganda shu ko'chada yashamaysizlar sizlarni ko'changlar boshqa sizlarga shuda hujjatlarni anul berilgan hujjatlarni anul yurit qiladi bekor qilinadi berilmagan hujjatlarni berilmaydi отказ qiladi bu asos birinchi o'rinda aziz do'stlar ikkinchi o'rinda hozir o'rtakash deyiladi poреднийlaga bu narsani aytiladi posredniklar ham mana shu propiska qilib beraman deydi sotadi odamlarga mana o'zimizni даже o'zbek tojiklar ham boshqa qirg'izlar ham ana shu o'zimiznikilarga propiska qilib berishadi aziz do'stlar chin ko'ngildan sizlarga aytaman bu narsani shu narsani qilmaslikka harakat qilinglar 500 yuz so'm ming so'm orqasidan pul ishlaymiz to'g'ri mayli oshib bo'lsin ishlaysizlar lekin shu действия bilan sizlar o'zlaringni ham pоставлять qilasizlar va xorijiy fuqaro o'zimizni vatandoshlarni постаavlatь qilasizlar chunki sizlarni ishinglarda jinoyat kodeksi bo'yicha преступления bor уголовный преступление то есть предусмотрен uch yuz yigirma ikki moddasiga sizlar organizator bo'lasizlar organiзоваtь qilib shu insonni propiskaga qo'yib beryapsizlar фактически yashamaydigan joyiga bu poсредникlr ishi shu narsalarni qilmanglaram aziz do'stlar bugungi mavzu shu bo'ldi Men iltimos qilishgan shu rolikni o'zimizkilarga yetkaz deb iloji boricha aziz do'stlar yana bir marta aytaman режим пребывания rossiya hududida нарушать qilmanglar registratsiyani pulga sotib omaslikka harakat qilinglar harakat qilinglar shu kimdan kvartirani snimaть qilsanlar shu fuqaroga shu insonga tushuntiringlarki bu seni vazifang bu registratsiya временный shu yerga qo'y boshqa registratsiya sotib olmanglar bu А это уважаемые друзья, да, также сейчас обращался, ну, как говорят, не знаю, на бытовом языке, хоть как говорят посредники, да? Посредники это лица, которые участвуют, ну, в посредничестве. Грубо говоря, граждане, гражданин обратился к нему какому-то там известному посреднику, который занимается такими услугами, да, то есть предоставляет регистрацию, предоставляет договора, предоставляет еще какие-то в отношении, ну, в сфере трудовой деятельности. Вот они сейчас обращаются к этим гражданам, да, уважаемые друзья, обращаются к вам чисто сердечно, то есть не нужно также вот этим гражданам организовывать, это ваших действий, это самое есть, которая статья, легендарная 322 статья Уголовного кодекса России Федерации «Организация незаконной миграции». Что в это входит? Что подразумевается? Как понять? Организация незаконной миграции – это гражданин, который он организует, то есть предоставляет фальшивые договора, гражданского договора заключает предоставляет также жилое помещение, предоставляет всякие регистрации организации, то есть участвует в пересечении незаконной границы. пересечении здесь границы да, незаконно. Вот это все организация незаконной миграции. В ваших действиях, чтобы доказать также в прокуратуре и суде, достаточно будет пояснения, совокупность, то есть пояснение самого лица. Привлекаемое лицо, гражданин, сообщит, даст объяснение. Да, я ему оплатил такую-то сумму, он мне сделал регистрацию. Факт уже есть. Второе. Объяснение также, не знаю, соседи, что они не живут здесь, никогда не проживали. И все, в суде это докажут, прокуратура подтвердит, утвердит, и все, в суд направят, и все. Суд будет заниматься и вынесет в отношении вас приговор уже. Это идет до лишения свободы. Раз вас штрафуют, два штрафуют, потом штрафовать не будет. Поэтому, друзья, также это касается, что посредник, который организовывает, предоставляет услуги в сфере предоставления жилья, всякие договора, то есть регистрация. Даже если вы сказали, гражданин обратился, да, да, вот позвони вот этому человеку, он тебе сделал регистрацию, уже вы тоже получаете участником этой организации. Поэтому, уважаемые друзья, ради каких-то 500 тысяч рублей не нужно заниматься такими действиями, деятельностью, то есть... Гражданин, которые прибывают, желательно вставать на миграционный учет. Если принимающая сторона не понимает, вы объясните, что обязанность – это ваша обязанность, это миграционный учет. Всего лишь это уведомление. Миграционный учет – это поставь, ставится иностранный гражданин по месту пребывания. Это уведомительный характер. То есть иностранного гражданин, когда прибывает, принимающая сторона уведомляет, подает уведомление в миграционный центр о прибытии иностранного гражданина, данным жилом помещении, что он временно с такого-то числа по такое число пребывает, временно проживает он там. Это просто уведомительный характер. Это не регистрация постоянное место жительства. О чем вы думаете принимающая сторона, которая думает, что это все там имеет долю там, все там квартира там одна четвертая часть это его. Нет, это не так. Это уведомительный характер. Это входит в ваши обязанности. Если вы не ставите на миграционный учет иностранного гражданина, в отношении вас составит административный протокол, предусмотренный в статье 18.9.4. То есть не вовремя поставили на миграционный учет иностранного гражданина. Это касается, что принимаешь стороны. Поэтому, уважаемые друзья, на сегодня все. Рад был вас видеть, хотя я вас не вижу, вы меня видите. Берегите себя, своих близких, не нарушайте законодательство Российской Федерации. Всем добра, удачи, всем пока. Айз дослар, амаларин, уздарин сахлайла, Россия худуда юрген, азиз фхоролар, узмыз, ватандошларымыз, илтимос кылып сураемыз, шу Россия худуда, Россия Федерация конуларыны бузмайла, ушанны хамасы яшывы hammaga sog'liq tilayman salomatlik tilayman yana ko'rishguncha xudo xohlasa ukaz bo'yicha ham yana bir tushuntirmoqchilik qilib video chiqaramiz hammaga sog'liq. всем пока уважаемые друзья